Раф, я хотел спросить, Рабаш пишет на протяжении всей статьи, что нет у него другого совета, кроме как идти выше знания. Все время повторяет это. Но как ты можешь идти выше знания? Когда, как бы, что позволяет человеку вообще начать идти выше знания? Что позволяет? То, что он представляет себе, что он полностью находится во лжи, хотя своими чувствами это не определяет. И он должен подняться из этого чувства, над этим чувством. Выше знания — это когда мы раскрываем, что должны так относиться к нашей ситуации, к нашему состоянию, что как будто бы мы раскрываем истину. Это установление, что это мгновение является ложью. Как ты это устанавливаешь, определяешь, что это ложь? В отношении чего ты это определяешь? В отношении чего это определяется как ложь? По отношению к моему состоянию? У меня ничего другого нет. Хорошо, но мое состояние по отношению к чему? Для того, чтобы определить, что что-то является ложью, это ты определяешь относительно чего-то. Относительно чего я это определяю? Относительно того, что я сейчас нахожусь в отношении к Творцу. Если нет у меня правильного отношения к Творцу, это называется ложью? Нет, если вообще у тебя нет, так ни о чем говорит. Ты не можешь определить ничего. Понятно. Должно быть отношение к Творцу сейчас. Когда я... Когда я должен определить, что Творец — это истина. И что все его действия, все его свойства, все, что он делает, это все истина. И, ну, это как эталон. Абсолютный эталон. И я нахожусь во лжи относительно этого. Теперь, когда ты видишь, что ты во лжи, что является этим действием, когда ты поднимаешься выше знания? Я ищу, что я могу сделать для того, чтобы подняться над состояниями, над своим состоянием. И твоя возможность установить истину относительно этого эталона, которым является Творец, ты делаешь это только выше знания или как? Где определяется эта истина? Выше знания. Тогда получается, что в знании ты как бы всегда во лжи. Да. Так я как бы еще раз в своем первом вопросе спросил, как ты в этой лжи начинаешь подниматься выше знания, как ты можешь подняться выше него? Здесь как раз другой вопрос. Как, не будучи во лжи, подняться к вере выше знания? Понятно, как бы это слышится, ты как, что ты не можешь подняться выше знания, если нет лжи. Да. Так в любом случае, это не в отношении методики, но как входить в работу выше знания? Из лжи. Когда я хочу отменить это состояние, подняться выше него и требую от Творца, чтобы помог мне подняться выше. Спасибо.